Сейчас на мне вот такой вот лонгслив. Это компания Grading. Моделька называется Sargan. Вот. Это компания Grading производит экипировку и одежду для рыбалки, для рыбаков. Вот. И конкретно вот этот лонгслив предназначен для, в первую очередь, для того, чтобы находиться в жаркую погоду на рыбалке, где у вас могут сгореть руки, сгореть плечи под солнцем. Потому что специальная ткань, вот эта вот, она защищает от ультрафиолета 50 SPF 50+. Вот, то есть хорошо достаточно защищает. Честно говоря, вот раньше я думал, что любая одежда, если ты ее одел с длинным рукавом, то ты не загоришь под ней. Но я ошибался. Когда сильное солнце, оказывается, через одежду, через обычную как бы хб-шную ткань, человек тоже может загореть и обгореть. Поэтому, если вы на палящем солнце, следите за своей кожей, не хотите, чтобы вы загорали, обгорали, то есть вот такой вот лонгслив будет очень вам кстати. Здесь вот, значит, такой авторский принт компании, это волна называется принт, вот, такой приятный цвет, ну, его можно носить как бы не только на рыбалке, но и там где-то просто в походе, в какую-то такую не совсем, может быть, жаркую даже погоду, под флисовую какую-то кофту можно надеть. Вот. Он очень, кстати, быстро, очень плохо впитывает воду, но, соответственно, очень быстро сохнет. То есть, если у вас попадают какие-то брызги, там, если вы едете на лодке, допустим, на сапе, у вас попадают брызги, то он тоже очень быстро высыхает. Вот. Стоит недорого, такой классный лонгслив.